Добрый день, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Сегодня у нас выездная сессия, если можно так выразиться. Мы посетим экотехнопарк, узнаем, что здесь происходит. Мы беседуем с главным инженером закрытого акционерного общества SkyWay Алексеем Савиным. А здесь сегодня мы застали очень интересные работы. Все наши инвесторы давно ждут, когда же начнут устанавливать интеллектуальное струнное ограждение. Похоже, дождались. Алексей, расскажите, что сегодня делается в экотехнопарке? Добрый день, уважаемые зрители, инвесторы. Первое, сегодня мы сейчас ждем на заливку бетона. Анкерные опоры пилонов правой стороны. Плюс второй уровень, да? Второй уровень. Плюс сегодня идет подсборка промежуточных опор интеллектуального ограждения. Подрядная организация производит монтаж тросиков на промежуточные опоры, после чего непосредственно уже начнется монтаж промежуточных опор и анкерных опор интеллектуального ограждения и непосредственно натяжка струнной системы ограждения. Что-нибудь еще будет сегодня делаться или это займет работа целый день? Заливка бетона сегодня будет происходить в течение всего рабочего дня. Подсборка тоже тут еще не, ну, на день, на два, на следующей неделе будет уже непосредственно монтаж на месте и натяжка струнного ограждения. И когда планируете закончить установку? Ну, весь периметр, так как у нас периметр занимает 2 километра 600, работа еще будет продолжаться в течение марта месяца и начало апреля. Я думаю, что к середине апреля должна подрядная организация закончить. В течение месяца? Да, в течение месяца. Все ясно. А сколько миксеров бетона планируете сегодня освоить? Так, сегодня у нас по плану сейчас должен приехать один. Сейчас, минутку. Денис, сегодня два у нас миксера, три. Два миксера кубов. Так, сегодня у нас планируется заливка 18 кубов бетона. Это два больших миксера. Спасибо 9 большое. Кубовых. Очень интересно. Все действительно ждут этих новостей, как ничего другого. Благодарю вас за интервью. Строй SkyWay, спасай планету. Мне уже нечего добавить.